Поехали. Смотри, Аля, сюда, поближе. Вот здесь высота 7. Как ты ее замеряли раньше? Вообще-то, хотел сказать, что в фильме «Идиократия в действии» это вот такая разница между высотой сетки на стойках вот такая высота, и в середине вот такая разница, это откос. Раньше ее замеряли вот так, вот ставят ракетку, вот здесь пальцем, раз, и действительно, 91,4 сантиметра, все сходится, ровная высота сетки. Но сегодня современная ракетка, вот такая, обычная Вилсон современная ракетка. Мы ее ставим палец, замеряем, высота сетки получается в середине гораздо выше, на 4-5 сантиметров выше, чем положено. А у нас американцы все время такой ракетки замеряют. Да, американец у нас, конечно, возрастной, но он же не такой ракетки играет. Поэтому это видео специально для него, такой ракетный высота сетки. Действительно 91 сантиметр, 91,4. А такой ракеткой надо чуть-чуть ниже. Вот. И насколько ниже? Ну, почти на спичечный коробок, обычно ниже. Делаем в середине высота сетки. Еще раз, в середине высота сетки 91,4, 92. По краям на стойках высота сетки должна быть 101 сантиметр. Все? Тихо.